А на зарядку Стана и в Красноярске, оказывается, бывает снег. Сегодня концепция немного меняется, и будут проходить заезды не заднеприводных, а полноприводных автомобилей. Вот первый уже поехал свою квалификацию. Что-то с этим надо делать. Знаю, что вас стало чуть-чуть меньше, но все вы стали значительно более качественны. Поэтому все идет в том русле, в котором и должно развиваться. Здесь этот зимний D1 продолжает свое дальнейший путь, дальнейшее развитие. Мы снова в Сибири, начинается новый гоночный сезон, который мы проведем в новом формате. Будем рассказывать не только про соревнования, но и про те уникальные личности, которые создают атмосферу этой гонки. И именно то, почему, единожды приехав сюда, хочется вернуться снова и снова. Меня зовут Эдуард Гурский, живу я в городе Боготоле. Начал моросить, петушить, там что-то не ехать. Машина ВАЗ-2102, аккуратней с люсечкой, аккуратно. Мне еще гонку завтра побеждать.